Щелковская школа номер 17 – флагман образовательных учреждений городского округа. Является центром развития современных образовательных практик. Глава округа Андрей Булгаков посетил учреждение, побывал на уроках географии и истории, пообщался с педагогами и учениками. В 17-й школе углубленно изучаются отдельные предметы. Как оказалось, многие ученики интересуются точными науками. Вовлечь ребят в процесс обучения и вызвать интерес к предметам разных направлений очень важно, как отметил руководитель муниципалитета. А потому нельзя забывать о гуманитарных науках. В день визита в школу Андрей Булгаков также встретился с учителями истории из разных образовательных учреждений округа. Как заинтересовать школьников, обратить их внимание на особую отрасль знания, науку, изучающую прошлое человечества, без которого, как известно, нет настоящего и будущего, стало одним из главных вопросов. Во всемирной паутине поток информации обширен. Отличить истину от фальши, факты от вымыслов сможет лишь тот, кто знает историю, подлинную, а не переписанную. Не договаривались же о том, что сделать какой-то обязательный диалог. Будем сдавать историю обязательно. Тогда все станут знать Александра Невского, всех героев. В учреждениях округа проводится работа по изучению истории во время внеурочной деятельности. Здесь есть возможность выйти из-за рамки школьной программы, также использовать межпредметные связи. В частности, посвятить время событиям Великой Отечественной войны, которую ребята начнут изучать только после 9 класса, как это предусмотрено программой. А ведь есть те, кто предпочитает поступление в среднеспециальное учреждение. То есть в рамках урока истории Великая Отечественная война не входит в их курс, они заканчивают 1914 годом, перед Первой мировой. Девятый. Вот это правильная вещь, мы вообще не изучаем, кто уходит после девятого, и просто как предложение, чтобы поправить даже на нашем уровне. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Нравственные качества, знания о лучших традициях народа, память о его подвигах – те ценности, о которых и говорят со своими учениками педагоги. В 17-й школе в преддверии Дня Победы проводится акция «Георгиевская ленточка». Кадеты подарили символ памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны руководителю муниципалитета. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.